Мне музон нравится, кстати, здесь. Вот чем дальше, тем музон круче. У меня он вообще на минимум стоит. Ну и зря. Блин, без фрапса вообще так четко играть. Может, ну нахуй запись, может так поиграть. Нет, ты матом-то не играй. Тьфу, не это. Ты записываешь уже, что ли? Да. Простите. Потом пип поставишь? Нет. А что я сказал? Да. Что да? Слышь, чертеж, ключ Бенджамина Франклина. Вау. Ты уже зашел, ты меня пригласил? А, вижу, ага. Чем по скидке продается? Ну, у каждого своя скидка. Ой, я случайно его... А, нет. Все нормально. Так, чертеж ключ Бенджамина Франклина. Что он дает? Добавляет удар током ко всему холодному оружию. Я, наверное, куплю. Ну чё, давай с Каримом поговорим. Иди сюда. Иди сюда. Тяжелая вырубная кувалда. Иди сюда. Блин, купить ее что ли? Иди сюда. Иду, иду. My friend, rise light, because you are still among the living. The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from some nearby settlements. Which ones? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing, though, no? I guess I'll have to be. У тебя тоже часть диалога проскочила? Но не проскочила, ее просто не было. У меня она проскочила, в том-то и дело. Она показывала там быстро, начал что-то говорить, и потом прыньк, и нету. Странно. Не, у меня просто он замолчал на какой-то момент, и... I can't say I'm surprised that Rise went back on his word. But the GRE won't let me just... Да ты задолбала! Не дают мне почти. Не, ну серьезно, она мне загружается быстрее, чем... Ну... Так, так значит, задумано. А, какого хрена у меня оружие? Воу, не, я сваливаю отсюда, что там их совсем много. Ой, я вижу полицейскую машину. И кучу зомби. Вообще, чувак, полная. Я тебя пикать каждый раз не собираюсь. Да ты такие же слова говоришь. Я вообще молчу. Да конечно, ага. Я вот тебе даже покажу специально вот эту вот запись, где ты пару раз тоже такое же слово. Не, ну все равно. Нормально. Сколько раз я его сказал, всего один, и сколько раз ты уже. Это же не мало. Это не так. Готов с тобой поспорить. Слушай, ты мне поможешь или нет, чувак? Тут полицейская тачка, я надеюсь, что тут будет какое-то оружие для тебя или меня. Но я не могу его... Да, помог. Да ты задолбал, слышь! Я-то... Ну что, их очень много. 80 очков, да ё-моё! Слишком много. Долина хорошая. Чё-то их реально много. Ну, я хотя бы с ветерком проснулся. Я бегу. Так. Ой, промазал. На. Короче, прикрой меня быстрее, он слева. Ладно, это было право. Чем прикрывай меня?
Я чувствую их попой, они где-то рядом. Да друже, блин! Блин, так они... Я ж его убил. Вот с той стороны никого не было. ДС, а тут идет этот. Со взрывом. Этим, с этим. Здоровый. Ну так убей его там, с ним, не знаю, разберись с ним. А если я его сейчас баллон задену? Ну задень как-нибудь аккуратно. Так, ко мне. Слушай, иди, я сюда. 4 отмычки, блин, на этой сломал. Иди ко мне. Иди, иди. Ну, открыл все-таки. Офигеть просто. Как я отскочил-то от нее? Тут 2 зомби внутри, короче, лежал. И палладий. И палладий. Не, мертвых. Это не палладий, скорее всего, какая-то хрень под названием. Твою. Короче, я смотал от тебя. Ну ты такой молодец вообще. Да, я открыл, я всю свою работу сделал основную. В общем, нам... А, ждайте других игроков. Ну, короче, давай, иди сюда, мы снова свяжемся с нашей подружкой. Ай-яй-яй. Свет в конце тоннеля. Ну? Да меня тут эта дура убивает, дикая. Все? Угу. Crane here. Report. Another job for Rice. This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Знаешь, вот если верить моему, моей траектории прыжка, я тебе колено в морду сейчас засветил. Нормально. А, ну кстати, что там было у тебя-то в машине? А, да херня какая-то. Молоток. Да, чувак, ну хорош! Так это... Да кто? Обычное слово. Да фигня, короче. Молоточек какой-то там. Ржавый. И это. Так. Kareem, I'm by the wheel station. Took you long enough. Get the job done and make it fast. This is just the first stop. Сейчас будем бабки отжимать. Ну, конечно. Дверь, конечно же, не открывается. Значит, где-то надо искать. Наверху дверь тоже не открывается. Возможно, есть где-то. Да эта дверь тоже не открывается. Ну тут вообще вот такой вход через гараж. Jafar. Oh, my name isn't important. What's important is that Rice sent me, and that you owe him some money. I've never seen you before. For all I know, you're just some random asshole. Fuck off. I'll tell you what. How about I break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should have cooperated. Okay, okay. Jesus. You are one of Rice's thugs. You guys are the only ones who'd act this shitty. Here, here's your money. Take it. And if I have to come back here... You won't get any more attitude. Mi casa, su casa. Just don't hurt me, all right? Сукаса, понял. Kareem, it's me. Пока не шуганешь. So I just threatened to break an old man's legs. And it worked, didn't it? Next you collect the tribute from the fisherman's village. Head east, to the tunnel entrance. Their messenger always meets us there. Угу.
Так, я пытаюсь что-то найти чувака, который торгует, но как-то я его потерял. А, вот он. На улице сидит. Чертеж ключ Бенджамина Франклина, простой молот, клевец, нож-крюк. Ну вот у него, кстати, у меня сейчас нож-крюк. И твой тяжелый топор-дровосек, кстати, тоже есть. Ну, правда, синенький. Фигня. Сигареты. Продать. Паладин. А что дает паладин, кстати? Чертежи, навыки. А, у меня навык силовой есть. Теперь так. Глушающий удар ногой. Метание холодного оружия в разброс. Концентрация нанесения одному и тому же врагу несколько последовательных ударов усиливает вас с каждой атакой, помогает при сражении с громилами, разрушителями и другими особыми врагами. О! Кстати. О, у меня тут есть фишка, которая позволяет делать как громила. Ну, закручивать, типа. Но я решил другую, правда, прокачать. Что я не ношу все-таки двуручного оружия. Я все пытаюсь найти. Так, не нравится мне этот звук. Ну я тут что-то как-то криво кинул. Ладно, давай, пойдем. Дальше. О, зацени. Нормально. Я как бы. Зацени мой топорик. Тихо. I'm running errands for Ryze. He wields a lot of power, scares a lot of people. Damn right he does. Listen, mate, time's getting short. We're almost out of antizin. As much as I hate to admit it, I'm getting worried. I'm doing the best I can out here, Brecken. I know, I know. I understand. I just want you to be aware of the stakes. I'm affected too, remember? Believe me, I'm motivated. All right, all right. Here's hoping you can make it back to the tower soon. Вот. Ну, у тебя, по идее, тоже диалог начинается, когда у меня, да? Ты тут полицейская машина. Где ты их все время находишь? Так они тут на мосту. Ну, тут не нужна твоя помощь. Ну, мне возвращаться вообще сейчас не в тему. О, да, сразу троих, короче, одним ударом. Красавчик, чё. Я говорю, чувак, мне реально сейчас не в тему возвращаться. Я просто очень далеко убежал. Блин, как же быть-то тогда? О, мясо. Наконец-то не лагает вообще нормально. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Я сейчас на первой нашей базе. Меня сейчас убьют. Отлично. Тут я рубаю во всю голову. Открываю полицейскую тачку. Отлично. О, бумажник! Какая нужда мне была в бумажнике. Вот. Без него бы прям жить не смог. Чтобы... У меня весь экран в крови. Я ничего не вижу. Слушай, мне на мост показывают. Блин, мне определенно нравится эта мачете. А мне определенно нравится этот топор. Так, я опять взламываю тачку. Так, я тоже. Так, я одну взломал, их, кстати, две. Бумажник и какой-то героин. Кофе. Как можно перепутать героин с кофе? Он такой же беленький. Кофе. Да. Взлом очень трудно. Полицейская дубинка, ладно. Тоже ничего интересного. Так, ну чё, чувак? Ща, я как уже... Взломаю сейчас эту тачку. Блин, тут такой вообще... Фарш вообще просто. Я, короче, куда-то внутрь зашел. Ну да, ожидайте других игроков, что, собственно, и следовало ожидать. Пока тут все обыщу. Чувак, давай, беги. Сейчас. А то тебя только одного жду.
О, да. Ты должен будешь посмотреть этот момент. А, сейчас, секунду. У меня такое ощущение, что здесь как-то жестко поубивали людей. Ой, что-то там фиолетовое, кстати, лежит. Трудно, взлом, ящик фиолетовый. Yes, я открыл машину полицейскую, сейчас посмотрим, что там. И ачивку мне. Пистолет! Ей, детка! Тебе наконец-то дали пистолет? Да. А я открыл очень сложный ящик. Не зря я, короче, тут со всеми этими уродами мочился. Слушай, с уродами он мочился, давай речь. Бегу, бегу. Мочиться на уродов плохо. Ну, мы стояли, короче, вместе и мочились. Та-та-та. Не, я, и меня там не было, не надо меня к этому причислять. Нет, с этими уродами. Ну да, 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 да. Так, активировать ловушку. Бичевка. Стоп, я слышал, где-то зомби. Да, они тут за мной бегут. Две полицейские машины, как я мог их пропустить? Так, у меня опять подлагивать ничего. Короче, бежим вверх быстро сейчас. Откроем груз. Там впереди. Там ты машину-то открыл, полицейский? Не-не-не, пойдем, забей, мы еще успеем их открыть. Пойдем груз откроем сначала. А, пойдем. С груза нам дохрена опыта дают. Такое чувство, что не персонаж, а ты там на стуле там подпрыгнул. Ну, я так этим занимаюсь. Отойди, это не твое дело. На! Так, пока они разбираются, короче, я тебя подниму. Да-да-да-да. Блин, не дает, тварь. Он один ни с кем не боролся. Подстава. Я главное такой: о, ты крутой, да, на. Помер. Он мне два раза успел ударить. Я так понял, ты сейчас с того же места, где я бегу, да? Угу. На, в глаз. Сюрикеной. Ты в курсе, да, что ты меня еще даже долбанул? Да ладно, тебя закоцало? Да. Воу. Воу. Хрена он отлетел. Как мы их размотали-то, да? Вообще. Красавчики. Я у него лопату забрал. Острые предметы рулят. Нож, крюк. Вот, блин, он... ты подобрал, что ли? Да. И мне не дал. Так, и что здесь? Не, с другой стороны. Ага. Мы не успели первыми, поэтому. Поэтому мы заберем, да? Только часть. Что за звуки? Ай-яй, я застрял. Мне не закоцало, слава богу. Это твое счастье. Иначе я бы ругался опять. Так, ах ты ж, налево. Да-да. И направо. И прямо тоже ты. Ты еще кто такой? А, вот этот, слышь, толстый. Эй, он сейчас взорвется. Не. Думаешь? Знаю. Толстозад до утырок. Он меня плюнул.
фарш. Да ё-моё! Что там есть? Там есть отрубленные головы. В больших количествах. Ну и куча всего того, что я уже подобрал. Например, там есть кроссовки. Ну это вообще нужная штука так-то. Но их подобрать нельзя, да? Смотри, смотри, я раскидываю тут бумажки. Тяжелый пожарный топор, Дэс. Ага. Смотри, хочешь прикол? Смотри. Сейчас, надеюсь, получится. Ну, только что же было. Ладно, короче, не получится. А, все, все, понял. Раскинулся у тебя, да? Да, да, да. Так, тут электроника лежала. Больше пластик. Ничего нет. Девушка случайно упала. Не дал мне добивание сделать девушке. Я успел ей голову отрубить, прежде чем ты ее растопчешь. Воу. Так, полицейская тачка. Кстати, что, идем тачки-то звонок? Ну я так-то уже. Ага. Так, полежи. Вообще у вас как-то много, ребят. Так, короче, я взламываю, ты пока там. Ну, сам знаешь, что делать, да? Угу. Так, окей, не слева. Но отмычки просто вообще жесть тратится. Девушка, вам плохо? А, нет, это не девушка. Блин, чувак, я что-то ее... Так, короче, я всех оттырил. А, вот попал. Давай, ты одну, я вторую. Одно открыл. И у меня здесь молоток. Простой молоток. Вау. Я сломал отмычку. Оу, все, я открыл. Аналогично. Гладиатор и грубый древец какой-то. О, здесь две синеньких вещи. Пистолет. Еще один. Слушай, ты не прифигел? В две руки. Тебе куда там? Все, пойдем за мной. Мало ли ты что-то есть. Ковбой, блин. Кстати, их надо поставить. Я же отменно стреляю. Ну, я энное время назад тупил хорош с пистолета прям. Так, ты вверху, что ли, где-то? Нет, я внизу. А. Чертежи, отмычку создать. Раз. Окей, отмычку создать. Два. Окей, коктейль молотова создать. Три. Ты где, ты в туннеле, что ли? Да. А, блин, я тут кругами вокруг стал. Как дурак. Запыхался весь, бедолага. Бедолаг. О, мне лопатку дали. И мешочек. Ты идешь? Да, 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 да. Тут как бы игроки требуются. Так, я что-то не понял, ты где? Дверь, ё-моё, чё, не видишь? А, вот. Слепой. Полицейская дубинка. О-о-о. Крутяк. Я тебе на морзе просто там слеплю глазами. Так, сейчас подожди, дай пушку поставлю, пожалуйста. Так, сейчас диалог будет. Ну вот, я пушку поставлю. И будет диалог потом. Слышь, ты, я тебе сейчас башку прострелю.
Ты чё? Ты чё, на меня? Кстати, когда прицеливаешься, что-нибудь меняется? Не знаю. Ну, смотри. Ну, меняется, да. Ну, всё, пойдём, ладно, хорош. Пойдём. Твою жопа мать! Вот они, взрывные твари. Bloated infected just fucking exploded. Yeah, we call them bombers. Some of our guys use them to kill other infected. Shoot them, and they take out everything in a 3-meter radius. Чувак, иди сюда. You kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't see anybody, just fucking zombies. Alright. You'll have to go to the village directly, I suppose. Look for a man named Gerson. Oh, блин. This is Jade speaking. Get to the nearest safe house and так, wait until туда. Dawn. Good night. А давай ты откроешь, а я попробую выстрелить. Не-не-не. Ты закроешь. Не, смотри, открой мне, сейчас откроешь. 3, 2, 1, открывай. Он полетел куда? Он полетел куда-то. О, откроешь? Да. Так, а я пока твари подстрелю. На, хедшот, бич. Так, первая отмычка сломана, как обычно. Классно вообще с пистолетом. Да я в курсе как бы. Слушай, я что-то попасть не могу. Так, иди-ка сам открой, я что-то попасть не могу. Пил сегодня, нет? Не, вроде. Там кто-то бежит. Где кто бежит? Это я бегал. Там по звукам. Это я бегал. Чу, она прям посерединке была. Как ты не смог попасть? Да я обычно по краям. Короткий складной нож. Та же фигня. Вы у меня все летать будете, сволочи. Ладно, ночь уже наступает. Надо что-то делать. Я все-таки хочу застрелить какую-нибудь пакость, которая бегает. О, слушай, это не тот мост, с которого надо спрыгнуть. Нет. Хотя да, это походу он. Так, прикроешь? А, тут не надо. Ну что, выполняем ачивочку? Ачивочка заключается в том, чтобы ночью добежать до моста и спрыгнуть с него. Как бы это ни было парадоксально! Полицейская тачка. Не хочешь испытания повыполнить? Не, нам... Их две, кстати. А, ну и кстати, кто будет ночью бегать, знаете, зомби более агрессивные ночью. Это да. Так, будильник. Ну все. Да начнется мясорубка. А я, собственно, как бы уже добежал до конца моста почти что. Я здесь, я за тобой. Не, у меня просто молотовы есть, сюда бы их покидать. Так, найти бы теперь место, откуда спрыгнуть. В так, смысле, все, прям с конца? Агрессоры проснулись. Блин, здесь столько копских тачек. Еще да, столько надо всего. Надо сходить вот сюда. Так, а давай ну, сейчас хорошо. Это сделаем, кинь молотов. Мне нету. Прикроешь меня, если сюда кто-то заберется, я скину молотов. Давай. Горючая жидкость. Тут агрессоры, да. Бегают. Я бы на твоем месте это. Че, прыгаем с моста? Нет, рано. Просто делаем. Больно. Вот так вот. Так, вот так вот.
Короче, я открываю копскую тачку, прикрывай. Эй, чувак! В смысле? Таких тут вообще-то так-то немало. Ну что тебе пистолет, друже? В пистолете у меня осталось 3 патрона. Сзади Дес. Так, у меня 8 патронов. Ладно, просто прыгаем. Все, 0 патронов. Очки ловкости 234. За что? Давай с автобуса, друже. Давай. Мы точно допрыгнем, я верю в это! Да, долгий путь вниз. Ты сейчас бежал по воде, друже. Да ты так же. Капец, все размыто. О, да. Новое очко. Навыка. О, кстати, если прыгать из воды, то можно заработать по 22 очка каждый раз. Изи кач. А? Изи кач. Ну, изи не изи. Ну, кач. Так, вопрос только теперь другой. Где покупать патроны? Вопрос только теперь другой. Где мне покупать для моего оружия починку? Чем я его чинить могу? Так, меня как-то беспокоит вот та красная дверь, честно говоря. Так и манит, да? Так и манит. Угу. И знаешь... Она не работает. Да. Так, ну, знаешь, что меня сейчас больше всего радует? То, что меня не лагает. Ну, по крайней мере, могу более-менее нормально драться. Подлагивает, конечно, но несущественно. Ну, круто, чё. Так, ты обезьяныш, по трубе ползёшь. Это так смешно. Этот звук. Ты посмотри вниз. О, бля. Чё говоришь, вниз посмотреть? Не посмотрел я как бы. Ничего тут интересного. Совсем ничего, да, друзья? Вообще ничего. Блин, за тебя оступился. Посмотри вниз. Ага. Нет, ну, он меня догоняет. Ползи давай. Я не смогу ползти дальше, чем ты. Господи, Дес. Подними меня, я не хочу бежать фиг знает откуда. Тяжело быть тобой. Так же, как тобой. Ты упал секунды раньше, слышишь? Так из-за тебя. Чё из-за меня-то? Ты сказал, посмотри. Ну да, но я имел в виду посмотри. Уж определись, по какой трубе ты ползёшь. Да, какая тебе разница? Я наоборот хочу, чтобы по-разному ползли. Так я вроде на ту побежал, и ты за мной. Это моя труба, чувак. Эй, привет. Ты так ползёшь смешно. А ты типа не смешно, да? Нет, ну, у меня по крайней мере нормально, я ползу. Да, ёпты. Блин, ну вот правда, я пару серий назад говорил, да, но я еще раз повторю, два дебила это сила вообще. Не, надо было мне просто забраться наверх, на самом деле. Я ведь знал, что так получится. Вот, поспать, что ли, лечь?
Или может подождем, когда ночь пройдет. Сколько там осталось? Пойду лягу посплю. А не! Где у нас тросы? Блин, не показывается, как осталось. Тросы не видишь у нас где? Выше, наверное. Я вот вижу один трос вот тут. Вот я тоже его вижу. А больше я что-то тросов не вижу. Кстати, в тайнике у нас случаем одежда не появилась. У нас одежда появилась! Вау, ты бы знал, как я сейчас эпично поднялся. Прям полпути скоротил. Ага. Что появилось? Да-да-да. Трусы чистые. А то наши. Зачем наверх ты лезешь? Не знаю. Трос ищу. Там нету. Есть, вот он здесь. А нет, это не он. Я в общем вниз упал. Мы же там ходили раньше. Там не было тросов. Так, я за грузом бегу. Здесь успею. Нет, не успею, наверное. Тайник, одежда. Что есть? Так, ну давай тогда разную одежду, наверное, наденем. А ты кого одел? Атлет? Паркурщик. Паркурщик? Ты себе атлета давай, возьми. Атлета. Он давай. Прикольнее выглядит, на мой взгляд, даже. А чё не одел тогда? Ну, я паркурщик, okay, Green, больше в этом плане. Village, не льстите себе. I don't know if I can take out that many by myself. Sure you can. Тихо-тихо. Because if you don't, you'll have to deal with Rice. And you remember what I said about Rice when he's disappointed. Короче, я добрался до груза. Тут проблема, груз под водой как бы. Ты чё там мычишь? Ты чая там хлебнул, что ли? Под водой плавал. А? Офигеть, говорю, их тут. Давай, беги сюда быстрее. Куда уж быстрее. Хух. Я под водой плавал. Чё ты против умеешь? На с ноги. Короче, вот... Ты можешь поговорить с моим другом, который за мной бежит. О, да. Нормально выглядишь. Чё ты, не нравится тебе что ли что-то? О, ты куда? Окей. Вот, вот туда вот прыгай. Ну, я даже попробую подсветить. Вон, видишь? Вот там ящики, собирай давай. Не! Давай его завалим, он один. Угу. Он второй бежит. Прыгни в воду просто. Оп. Попробуй меня поднять 200, снизу. 200, офигеть. Попробуй меня снизу поднять. Тебе дали ачивку? Нет, сейчас дадут, видимо. Дал. Через это, через мост прямо. Мне чипку дали. А, подними меня, пожалуйста. Пока не могу. 15 секунд.
8. Ты его убил? Да. Ачивку дали? Да, до этого еще дали. А. Ох, какие у него ребра. Ну слушай, мы с тобой, считай, двоих таких завалили. Мы прям. Ну, одного на халяву, потому что. О, стой! Стой. У меня запись остановилась. Походу у меня память закончилась. Печаль.